что, дядя Хантер, расскажите нам свою историю у костерка. Как же все-таки вы очутились в этом странном мире ДАЙЗ? По вашей форме можно сказать, что вы работали... Я работал в стриптиз-клубе. То есть, понятно. Ну, продолжайте, мне просто очень интересно, хочу послушать. Танцевал возле шеста, и тут меня напрыгнула, то есть баба этот зомби, да? Ага, и то есть вы тогда поняли, что что-то идет не так? Да, я сразу понял, когда она хотела меня отожрать руку, я сразу понял, что что-то здесь не так. Решил оторвать ей голову. Понятно, короче. Ну, скажу немножко про себя. Я был чернорусским сепаратистом-повстанцем. И, собственно, им и остался. Но у нас тоже, мы с утра проснулись в нашем лагере. Хотели нанести удар по силам НАТО. Я проснулся в палаточном нашем городке. И услышал очень странные звуки, когда, знаете, такое, с утра ты просыпаешься, так, нет, но это в Москве. Странные звуки я услышал. Это у нас, конечно, тоже бывало, но достаточно редко. Обычно у нас не было где-то времени, и, значит, проснулся там такой... Я думал, опять хрипит дядя Кирилл, как бы, но, к сожалению, он уже оттуда слился, причем даже не разбудил меня. Вот так хрипел? Ну, он хрипел так. Ну, вот сейчас слышал, как хрипел этот зомби? Да, ну, типа того. В общем, я встал, вышел, смотрю, там наши ребята разодранные лежат. Вот, наш Т-72. Почему-то стоит без гусеницы, в гусеницу впились зомби. Ну, вот там ребята изнутри орали. В общем, я как бы так и не понял, что случилось. Я побежал полностью голый. Ну, что там у вас? Потом мы встретились с тобой. Возле электрозавода, же. Да. Потом нашли. Потом дядя Кирилл потянулся. Хардкорыч. В общем... Я как раз таки работал вот в том угловом баре. В электро, что ли? Ну да, да. То есть тряскоками. Ну да. И получал неплохие деньги. Понятно. Ну сейчас это уже в прошлом. Да, сейчас надо выживать, мой друг, сейчас надо выживать. Так, зубы. Вчера видел соседа, кстати. Ну и что сказал? Буквально только вчера. Да что сказал, он уже ничего не сказал. Он опять наглазился и... Желторотика. Кричал звуки, и как тут... Кирилл. Фу, как Кирилл. Дайте мне руку, кричал. Слышь, Котика? Да. А я вроде бы только вчера убил последнего узкоглазого. Но... Вот настал момент. Пора открывать тайник и отстреливать эту мразь. Подожди, а кто это сейчас говорил? Это Раш говорил. Просто... Я понял, а как это? Вроде мы здесь... Просто дядя Раш... Что именно? Дядя Раш до сих пор думает, что еще до сих пор 70-й, и он воюет во Вьетнаме, понимаешь? Да не-не-не, я имею в виду, мы вроде вдвоем здесь сидим, я говорю, где он? А, это... У нас рация. Раш, как там твои прогулки по лесу? Расскажи нам что-нибудь новенькое. Ни одного узкоглазого. Хорошо. Одни только козы. Это понял. Помнишь, как, короче, в каком-то фильме было там чуваку со Вьетнама травмированный приехал, ему там везде... Он там подходит, короче, ну, каким там, ну, там, узкоглазым, и ему они там сразу там, он, типа, всплывает то, что он во Вьетнаме, короче, и, блядь, там по нему стреляет, он начинал... Что-то знакомое, да. Да-да-да, что-то знакомое. Типа, ты, типа того, что ли? Ну да. Так ты чё, ты скажи, твои корды примерно, ты где сейчас находишься? Ну, в верхнем правом углу. Уже из него ухожу. Красностав, что ли? Верхний правый угол вообще, абсолютно. Ну, там, у губы.
выше. Еба. Я, ну, понял, за губой. Там, где бейскэмп у нас был раньше. Сейчас там, где палатки штабелями стоял. Хантер пошел отлить. Хантер, только быстрее возвращайся. Если что, кричи. Лучше наверх отлей, сходи. Да не, я здесь посмотрю. На зомби отолью. Я не знаю, блин, был бы хоть какой-то транспорт, было бы проще, блин. Мне пешком задолбалось уже бегать. Ну, я тебе говорю, у меня... Ого! Что? Ты глянь на него. Сидишь, серьез здесь. Что, что там? Дай я гляну. Ты посмотри на него. Сволочь какая, блядь. Нюхает, что ли? Чего там увидеть? Нюхает дым, блядь, ты посмотри. Ого! Вот хитрая дрянь. Опа! Я как не знаю. Револьверы, да ты что, сейчас все сбегутся. Кузька, ты забыл, что было в доме? Дождик, кстати, уже закончился. Когда вы прикрывали Раш, а Раш пришел с крупнокалиберным, шмальнул, и куча этих тварей рванулась на нас. Меня оглушило, я лежал, орал. А вы разводили панику. Хантер. Аккуратно, все, сидим, не рыпаемся, стой, проходит. Как пусть он это? Он меня уже этот, он уже второй раз проходит здесь. Это наш друг? Блин, ну глянь бы вертолет бы. Хьюи, был бы прикольно вообще изобразить Вьетнам. Да, я понял, тоже, наверное, что-то хотел сказать, но никак. Случай говорю. Ау. Хьюи раздобыть бы. Можно было бы реально Вьетнам изобразить. Такой бешеный раж, блин, мёрдок. Да, у меня на правой руке какая-то перчаточка модная. Ага, да-да-да, кстати. Блин, а левый? Короче, насчёт, я говорю, насчёт техники. У меня есть одно колесо, есть бензобак. Нам нужно всего лишь одно колесо. Сразу видно, что это русский фильм. Слышишь? Мы подымем, короче, этот самый. Вы где находитесь? Ух, ёпты, молния как ебанула. Вы в электро сейчас? О, опять дождь. Нет. А где? А, мы, короче, на факторке. Какой? От пустошки на Ист. Там факторка стоит. Где-то около Зеленогорска там, да? Да, это где-то получается факторка за стоит. За леском. 035-079, где-то вот так она стоит. Вы можете спокойно, кстати, эту буханку зарядить. Зачем мы там можем автобус? Он наполовину заряженный. У нас есть бензобак единственный, у него оранжевый. И надо два колеса. Одно колесо у нас есть. Нам нужно второе ебаное колесо. Все. Можно обшарить, блядь, все селения, блин, и припарковать там в нашем месте потом. Черт. Че? Пропускаешь, что ли, стену? Ага. Нет, блядь. Так прикольно, молния, блядь, отражается. Че, у вас еще дождь там? Да это не молния, это от костра. Гамму убрал, так почетнее будет. Надо поближе к губе пойти посмотреть. Так более РПшный. За спиной кто-то ходит. Ага. Ты посмотри на мою Сашку. Ну, Хантер, не вылази туда. Ну сейчас ты их согрешь, блин, нам жопа тогда будет. Да ноги уже затекли. Я, блин, похожу. Блять, это хорошим не закончится. Да я ж не туда. Или спак вообще, блин, Хантер у нас просто... Ай, блин, мажор, блин, с Элиспаком. Ну да. Я с какой-то говняшкой на 8 слотов с чехом, блядь, West Pouch. То есть я как понимаю, эта штука, как типа сумки на этот самый, на пояс. Либо сумки на... Нет, West... Во-первых, West не так должны слить. Ну, короче, блин, хер возник. Короче, это какая-то сумка, блядь.
Так вот, блин, я с собой ношу все, что мне нужно, все, что добыто, блин. Сколько это получается? 3 дня добывали? То есть вот эти вот. Бинокль только сегодня, Сашка тоже только сегодня была обычная. Все, вот 4 обоймы к ней. Блять, 2 фляги, которые дались вообще, блин, просто непосильным трудом. В этом бэкпаке, блядь, на 6 слотов. В нем 1 перелива, 1 палатка, которую мы тоже сегодня нашли. 1 жратва, короче, одежда сталкера. То есть для Лехи. Для хардкорча. С лутом будет жестко, да. Да с лутом здесь вообще жестко. Я вообще вот хэм, все черное бежал, даже банки с едой не нашел. Так мы тогда, мы же начали только играть. Мы со стриптизером нашим встретились в Электро, блин. И мы, короче, пошли, мы обыскали все Электро, все черно, нашли, короче, только... Инструктор по стриптизу. Нашли одну банку питья, все, больше ничего нету, блядь, 2 банки жратвы, ебать. Ну это уже, да, это чересчур. Ну, блин, зато выжили как-то. И вообще, помирал уже, у меня уже это, горело, все горело, трубы горели. Чтобы горели. Ну чё, Раш, как у нас там доклад? А мясо ситуация? Можно жарить на вот которые эти канистры горят? Бочки? Да. Слушай, ну вроде можно. Сейчас попробуем. Глухо, как в жарких тропиках Вьетнама. Ты где-то входит. Бля, Раш, вот только у тебя, блин, хватает мужественности, блядь, двинуться, блядь. 5 банками питья, с ножом, короче, с топором, блядь. Ну хоть спички, топор есть, как бы, все, нож есть, блядь. Двинуться, блядь, искать лагеря, как бы. А вот у меня есть Сашка камуфлированная. О, да, божественно. А я вообще в оружии не разбираюсь. А, жизнь заставила. То, да, точно, у тебя же это... А, ну точно. Я кроме шеста ничего не знал. Да блин, а почему? Он в этой же... топором хорошо орудуешь. Короче, Хантер, это же у тебя был номер, наверное, такой, да, там, с формой. Ты там выходил, там все себя снимал. Ну да, да. Начинал болтом, коками там перед лицом трясти, как бы, охеренно. И получал за это, кстати, неплохие бабки. А я... Ну, штаны были просто не такие, это верх такой был, а штаны были эти, знаешь, кожаные такие, сзади жопа видно. Понял. Не, короче, а ты понимаешь, а я-то воевал за наше повстанческое движение. Вот так да. Вот. Красава. Раш вообще был ёбнутым пилотом. Как мне сообщили некоторые гражданские, которые еще были выжившие на тот момент, когда я их нашел. Ну, блядь, мне пришлось их убить. Потому что, ну, сам понимаешь, у них были некоторые вещи, которые мне были нужны. Ребятки, мир изменился. Как да уж. Как это не прискорбно. Приходится убивать. Потом свой. Научите меня стрелять. Да, да, можно жарить. Видишь? И зубник. Зато я умею готовить. Отлично. Вон, видишь, у нас зубник тоже. Он тоже был зубным врачом. Дантистом. В этом самом, в черном, вставлял зубы, у него там своя зубная клиника была. Все, пиздец. Так я у него лечился же. Ну, ребят, я не знаю, наверное. Да, да, да. Было дело. У него же черно там стоматология. А кто, Черногорск. Кто тебе такую татуху сделал хорошую? Кто у нас там мастер тату? Где? Чё, ну чё, вы где? А, на этом, на лице? Да, это же гримеры. А, гримеры. То есть типа... Где да, вы? Типа трахни смертнее. Солдата смерти. Где вы? А, жесть. В амбаре. Сидим возле Зеленогорска, ну как, недалеко от пустошки, да, и Зеленогорска там. Сосновки. Мы здесь, на жарких... Слушай, давай пристрелим этого зомби, он меня бесит. Мы в жарком Вьетнаме, кругом идет как лазером, и невидимо, они прячутся. Они прячутся на деревьях, они везде, они смотрят. Да херово. Я даже эти файеры раскидал, должен видеть.
Здравствуйте. А вон он, блин. Здорово. О, привет. Что, тепло? Яйца греют. Ладно, я дальше пошел. Куда? Пока. На Норд-Вест. Чего начинаем здесь? Так чё, пошли, короче, на Норд-Вест, починим автобус, что ли, блядь. Ну, погнали. Вот этот придурок. Смотри, почесал. Ты хороший, кстати, приманка, Хантер. Так посмотри, он ползет, блин. Дяденьки! Стой, 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 стой! Блять, долбоёб! Блять, просто стрелять теперь. Тулбокс! Да не будем меня стрелять. Тулбокс. Скидывает, блять, тулбокс, хуй бог, сейчас скидывает, я тебе блядь. Скину. Кто скидывает? Все, скину. Зубник тебе скину. Да хуя ли он, блядь, не умирает, блядь, с одного. А-а-а, тут надо 4 стекла. Похуй, ставь передние, блядь. Чини быстрее. Хорошо, теперь где, блядь, мы будем искать это самый? Кого? Подожди, что там с колесами? Они проваливаются почему? Дай газу. Они задние коцаные, там какие-то коцаные, блядь. А их нельзя чинить, они целые, типа, полностью. Все, лобовуху вставил, все. Давай это, проверим, есть ли Урал. Шо, какой туда? Урал? У нас там, блядь, у нас на резерве красная, блядь. И куда мы едем тогда? Нам надо канистра, дядя Козалаз. А, так, а что там надо? Ничего и пока нет. Надо? Так вы где? Вообще надо. Бегового электро. Ну тогда надо на Норд-Вест. Загружайтесь, блин, хлопцы. Как едем туда на Норд-Вест? Ну прямо. Ну здесь я не поеду, блядь. Я поеду в объезд, блядь. Ну сдай назад и направо. Да, все. Вообще, Хантер, садись рядом, скрутил. Чувак, говно. Вот, ёб. Хули, ёб. Так, смотрим, что там есть. Дай сюда, блядь. Я ж сказал, о, нормально. АКС, М16. Ёб твою! АКС У-14, М16, А2, маскировочный костюм. Тумба, бери. ВСС ему, короче. Прилива, блядь. ВСС! Корвился, хэтпаки 3 Джерикана, блядь. Одна гринейт. О, одна Water Battle, блядь. Да где вообще все это нашли? А это, блядь, Кузька увидел, нахуй. Кузька, да, была с алмаз. Я сказал, Влад, сюда ехать. Что ли? Ну, Тумба сказал, я увидел, я же вам сказал, что там. Стоп, а ты чё, СДшная, что ли? Гранатка. Ух ты. Ёпта, вы чё там? Она СДшная. СДшная? СДшный калаш. Ты чё, не знаешь? СДшный калаш, блядь. Какой калаш СДшный? Калаш СДшный, 74. Кобра СДшная. Кобра СДшная.
Берите остановочный костюм, толпоёб. Да забрал уже кто-то. А, всё. Давай. О, шип. Роджай. Три канистры. Поехали. Три канистры, надо эту тачку увезти отсюда. Да все, окей, у него все дети, как бензайна много. Так а мы туда все не сядем. Ну садились в автобус, поехали дальше. Сейчас, дай нам две канистры зарядить. Ребят, ну канистры... я ничего не нашел, я в офф пошел. Давай, М16А2, короче, есть. Надо, короче, блядь, ДВСС, блин, стенаги есть. Тихо, М16. Иди вставь в автобус. Хотя нет, что их тратить? Это с... морфин. ВСС-ки. Так, 4 панкиллерса. Смог гренейд, блядь, нахуй не снизу. Дай мне ВСС. Ладно, давай, мы поехали. Сейчас, погоди, погоди, не езжай, ебать. Дай мне, короче, забрать эту самую. Стой. Значит, мы на том сервере будем собрать. Ну да. А что там? Я тебе говорю просто про то, что... Так. Короче, смотри, дай... одну канистру кто-то забрал, я вторую сейчас заряжу. Автобус. Тумбочка. Дуем, короче, надо выруливать на нашу... Давай выруливаем на нашу эту самую... нашу заправку. Заправку. Давай, окей, все там, садись. Садись. Давай. Так. Ладно, я один тогда поехал. Кто, у кого еще вторая это самая? Надо с рефьюл баз сделать, ребят. Значит, дай ему. Женя мне вообще на 100 км доверяет. Алло. Чего? А вы что, туда все сели, что? А, хабер. Да никто ко мне вообще не сел. Я один. Давай, давай, давай. Правильно сделай. Я заправил одну канистру. Там М16, за косоглазом надо съездить. Слышишь, придурок, едь за косоглазом. У тебя одна канистра есть, съезди, только не разъеби тачку. У меня нет канистры, вы все забрали. Мы не все забрали, у тебя одна канистра, там три канистры было. Че, давай за косоглазом? За косоглазом дай ему М16, блядь. Ствол нормальный, все. Где, не знаю, узнал. Всё, я Олег. У нас полбака, нам хватит. Сейчас мы доедем, погоди. Так, нам как? Мы где-то здесь. Нам на вест надо уходить. Мужики, еще что-то сказали. Погоди. Пошли, 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 пошли. Оп. Буханка, блядь. Буханка. Что есть? Не знаю. Давайте глянем, что там. Джир. О, АК-74, М4А1 ЦЦО есть, Сайга, 4 жратвы, так, и 2 канистры. О, да. Я согласен, у тебя есть еда? Я не могу жрать, я типа полностью прожратый. Да. Ротор есть, 3 морфина, пепси, бинокль, спички, так, спички забираю, компас есть. Антибиотики. О, кнайф есть, тулбокс забираю назад, отсюда. Вы меня без еды оставили. Что? Вы меня без еды оставили. Короче, забираем буханку, меняем автобус на буханку, блядь. Сейчас. У нас там что-нибудь осталось? Нормально отмен, не бен на бен. Он вообще целый. Ну, тут кроме задних этих самых. Так. У меня есть. Забирайтесь, мужики, давайте быстренько. Куда? В буханку забирайся. Хантер, сможешь сюда автобус подогнать? Сейчас аккуратно. Канистру. А, либо оттуда канистру возьми. Нет. Я там был на аэродроме. Фары выключай.
Чё ты говоришь?